Сложившаяся ситуация по распространению коронавируса в стране требует от всех нас не только терпения, но и ответственности за свое поведение. Ведь от соблюдения, казалось бы, элементарных правил гигиены зависит жизнь не только личная, но и окружающая. Однако тенденция – маска на подбородке, привычка собираться больше трех на скамейке у подъезда, да и садиться за руль в неположенное время еще имеет место. На станции скорой помощи в Ташкенте нет и мгновения на молчание. Телефонные звонки поступают постоянно, а точнее 24 часа в сутки. И за каждым таким вызовом стоят обращения граждан, связанные со здоровьем человека. В последнее время в различных социальных сетях широко обсуждалась деятельность службы 103. Говорилось о том, что не могут дозвониться, а бригады скорой помощи своевременно не приезжают в пункт назначения. Проблемы и вправду были. Сейчас мобилизуются все силы, чтобы время в пути сокращалось, а каждая заявка была услышана. Пополнился как парк машин скорой помощи, так и увеличилось количество диспетчеров в колл-центре. К ним присоединились волонтеры, представители профильных медучреждений. Их здесь более сотни. А чтобы войти в колею несколько минут и сразу же за телефон. Хотят помочь как можно быстрее и как можно большему количеству людей. В колл-центре важна слаженность действий. Многие процессы автоматизированы, что ускоряет работу диспетчеров. Жалобы от населения поступают разные. От легкого недомогания до серьезных проблем со здоровьем. При этом все еще наблюдаются необоснованные вызовы. К ним в колл-центре стараются относиться с пониманием. Но все же из-за таких случаев те, кому нужна экстренная помощь, могут ее не получить. Статистика звонков меняется стремительно.